Слава богу, мне даже не верится, что я с вами разговариваю. Мне кажется, что я вас просто, как обычно, смотрю видео. Да и все проще. Какие у вас там проблемы? Господи. Ну, у меня несколько вопросов. Значит, по поводу десятины. Первый вопрос. Мне тут записано все. Как это? Все полностью десятину относить в церковь? Или часть раздавать там больным, нищим? Или помимо десятины нужно жертвовать на благотворительность? Ты о десятине откуда узнал? О десятине? Не знаю, я и Лапкина слушал, и вас, и Писание читал. Давай на ты, можно на ты. Спасибо. Ну, как ты узнал, я даже не помню откуда. Ну, а когда ты услышала в первый раз, сердце коснулось тебя, вот то, что надо десятую часть отдавать, да? Или как? Или у тебя, как, может быть, как по правилам по каким-то? Почему у тебя стремление отдавать десятину? Ну, потому что так положено. Лапкин сказал, она не ваша. Почему так положено? Ты вообще этот вопрос исследовала, почему положено? Потому что эта часть должна Богу отдаваться, она не наша. Ну, ты читала, что это в Ветхом Завете как написано? Приносите все десятины в дом хранилища моего. Да. Хотя бы в этом испытайте. Ты видишь, это заповедь-то, она не новозаветная. То есть в Новом Завете, когда Христос пришел, он не говорил десятины приносить. Апостолы все имение свое продавали и приносили. Помнишь, когда Христос? А к нему юноша подошел и спросил, как мне спасти душу свою. От рождения своего я исполнил все заповеди. А Господь ему говорит, раздай имущество свое, возьми крест свой, следуй за мной. Тот расстроился и отошел. Поэтому первые христиане, вот начиная с апостолов, они вообще все имущество свое раздавали. Вот. То есть продавали и деньги раздавали. И шли и благовествовали. Вот. Ну, видишь, мы уже не так сильно оказываемся, да? Ну, хотя бы чем-то свою любовь доказывать Господу. Хотя бы вот в десятине. По крайней мере, Господь когда сказал, он говорит, я пришел не нарушить, но исполнить заповеди. Вот, то есть это одна из заповедей десятины. Ну, это видишь, это кто как. Если тебе лежит на сердце такое, то, конечно, надо отдавать десятину. И если по заповеди, то это десятина. Первая десятина принадлежит священнику. То есть, куда ты ходишь в храм, какой причащаешься, ходишь, тому священнику отдавай десятину. То есть, эта десятина принадлежит Господу. Она тебе не принадлежит. То есть, размышлять, рассуждать по поводу этой десятины мы не можем никак. Кому ее отдавать или как. А следующие уже деньги – это по расположению твоего сердца. Насколько у тебя сердце расположено к людям там каким-то, да? Видишь, нищего хочется дать ему, тогда дай. Это будет уже как бы деньги идти тебе в казну вечной жизни твоей, в тот сундук, который стоит на небесах у тебя. Это уже не обязательные деньги, это как бы ты творишь для своего спасения. Дела милосердия такие. Понимаешь, а эта десятина, она безупречна. А вот у нас около храма, в один из приходов, в который я хожу, стоит нищий. Но он бомж, отсидел в тюрьме, вышел, квартиры нет, родители умерли на костылях. Его букет болезней разных, неизлечимых, сломана шейка бедра. Вот что с ним делать? Мы пытались ему работу найти, обзванивали работодателей. Значит, на слесаря, на кого он учился, он же не подходит, потому что там нужно стоять. А лепкой пельмени он не может заниматься. Он может только объявления расклеивать и милостыню просить. Вот. А я думаю, вот если ему операцию сделать, она же не сложная на шейке бедра. Но так как у него нет прописки, нужно будет, наверное, платно делать. Платно 120 тысяч стоит. И я вот думаю, угодно Богу, если разместить какие-то объявления в соцсетях, чтобы на него пожертвования собирать? Или это не угодно Богу, потому что он его для смирения таким сделал? Да кто знает, что Богу угодно, видишь? Мы должны смотреть на расположение сердца нашего человека к этому.
что тебе сердце говорит, то и делай перед ним. Хочешь, если объявление, допустим, есть у тебя вот такое, как бы побуждение, да, сердечное дать объявление, то, пожалуйста, делай. Это неплохо, это хорошо. Почему нет? Там уже, да, действительно, если Господу это угодно, конечно, это объявление пойдет в широкую огласку, да, и люди найдутся, которые помогут. Вот, а если ему не угодно, то оно так и утонет в этом интернете. Да, я тоже так подумала. Просто он, мне кажется, он не верит Богу, он хоть и говорит, что верит, но он не исповедуется, я его уговариваю исповедоваться хотя бы раз. Он вроде как не против, но он, мне кажется, не любит Бога. Только из-за денег туда приходит, вот этот храм. Ну а что делать? Опять же, свое-то не наверное, что как-то вот личными своими поступками ему и показывать, открывать Бога. Вот через это, опять же, милосердие какое-то. Не то, что там денег дать, а какими-то такими добрым отношением к нему, знаешь. Возможно, он так и Господь ему откроется. А то, что я его уговариваю исповедоваться, генеральную исповедь сделать, это хорошо или так не надо делать? Ну, опять, как уговаривать? Я по своему опыту, знаешь, ну, навязчиво, когда к людям больше 3 раз уже обращаешься, ты уже начинаешь надоедать им. Ты 2-3 раза сказал, и все, и достаточно. Наше дело, знаешь, как это как опять в Евангелии написано, сажать и поливать, а взращивает Господь. То есть ты ему бросаешь семя, вот это вот сердце, да, то есть предложение свое, вот, и поливаешь 2 раза, сказав ему, тем самым ты полила как бы семя это. Вот, а там уже Господь взрастит его, или даст оно росток какой-то, или не даст. Это уже от нас не зависит. Ну, все, не принимай, значит, отойди от него. Другой ищи какой-то подход. Отходить от него, если не будет принимать? Не, я имею в виду по поводу этого вопроса. Отойди от него. То есть не приставай к нему, да и все. Хорошо. Так. Я слышала в вашем видео, что эпитимия на аборт 15 лет. Я батюшке сказала про это, он говорит, ну что делать, раз ты уже причащалась, если тебя сразу допустили до причастия, то теперь просто молитву Ефрема Сирина каждый день твори. Ну, знаешь как, клин клином вышибается. То есть, если грех какой-то сделал человек, да, он должен принести достойные плоды покаяния, то есть достойные вот этому греху. А что есть вот достойные? Отговорить других женщин от аборта. Вот как сейчас некоторые из христианок поступают. То есть они ходят к этим вот абортариям, да, вот, к роддомам, там, где делают аборты. И с женщинами, которые приходят на консультацию, там, впервые или когда сидят на консультацию по аборту, они приходят и отговаривают их, понимаешь как? Я думала об усыновлении ребенка, но мне сын не разрешает. Он говорит, не надо тебе никого усыновлять. А сыну сколько лет? 17. Он еще взрослый, почему не разрешает? У меня так, не знаю, не разрешает. Не хочет. Ну, не разрешает, конечно, ты же сама не можешь, надо с домочадцами советоваться. Конечно, если есть какие-то проблемы с семейными, то... Не надо. Вот этими вещами заниматься. Больше, ну, со школьницами там, знаешь, общаться, ну, вот, о том, чтобы не вступали в связи до брака. Вот такие вот вопросы как-то с людьми разрешать. Благовестие. Ну, оно и есть тоже благовестие о Христе. Подошла и сказала, вот есть заповедь, Господь запрещает выходить с мужчинами, вступать в связи до брака. И вот примеры, допустим, приводишь какие-то жизненные примеры. Вот это вот и будет твоя как бы искупительная жертва. А вы говорили, что Богу не все нужны. Я с этим как бы согласна, да. А вот как узнать, нужна ли я Богу? У нас один критерий, знаешь, как у нас Евангелие. То есть это сам Христос говорит, что
Бог ходит по земле и ищет поклоняющихся Ему в духе и истине. То есть вот Он смотрит на сердца человеческие и исповедание Господа, побольше с людьми другими говорить о Нем. Да? Вот Христос как сказал, кто Меня исповедует перед другими людьми, того Я исповедую перед Отцом Моим. А кто Меня постесняется перед людьми, того Я постесняюсь перед Отцом Моим. Вот видишь, у нас есть просто критерии спасения такие. Как молиться за родственника, который слышит голоса перед обострением? Он в психической больнице лежит. А когда выходит, у него будет обострение, и он слышит голоса. Они ему очень плохому. Там, пойди укради, все такое вот. Ну а что ему шизофрению ставят, да? А я даже не знаю, что ему ставить. Наверное. Ну, я бы, знаешь, я... Но он не падает. Он не падает, не пускает пену. Он просто голоса слышит. Да это понятно, но при шизофрении не падают. Это при эпилепсии падают. Это... Я бы не советовал вообще молиться на таких. Потому что это беснование такое серьезное. За него просить, допустим, в храме просить молиться, чтобы за него помолились, священник там попросить или кого-то. А самой не надо. Я бы, допустим, не стал молиться. Не стал. Ну, потому что у меня были такие опыты, вот с людьми, общаясь даже с людьми, с такими шизофрениками, потом и болезни на тебя находят, и все же бесы нападают, когда начинаешь за этого человека ходатайствовать, да? Вот. А сам, если не устойчив, то он может на тебя этот, наскочить этот бес, что у него, что он на нем находится. А я когда псалтирь читаю, его имя говорю. Ну, я не знаю, это уже личное отношение с Богом, с человеком. Ведь я говорю про свой опыт. У меня вот столько уже этих, ну как это, более невыносимые. Я просто не дерзаю вот за таких людей молиться. У меня и друзья были такие, знаешь, я раньше молился за самоубийц. Вот, допустим, у меня друзья, несколько друзей самоубийцы. Ну вот, поначалу молился, а потом перестал. Ну, чувствую, что... Серьезно, потом отвечаешь за эти молитвы, то есть бесы мстить начинают. Я один раз за дедушку, у меня дедушка самоубийца, я за него рискнула помолиться. Я в этот день потом чуть не умерла, я думала, все, просто умру. Такая ситуация случилась. Я уже все, уже начала прощаться с жизнью. Тяжело, больше нет. Тем более он наверное, неверующий родственник этот, да? Они с бабушкой развелись, наверное. Не дедушка, а вот этот вот, который... Это мой сводный брат, который голоса слышит. Он неверующий? Он ни разу не причащался. Не причащался. Ну, это, конечно, неверующий. За неверующих вообще не надо молиться. Но он у меня псалтирь берет, молитвослов берет, читает их. Просто его не причащают, потому читает, что он курит. Ну, конечно, тем более. Если он не причащается, то не надо на него молиться. Ну, а у меня сын тоже не причащался ни разу. За таких людей могут молиться только святые люди. Да. Просто я же тебе говорю, искушение себе наберешь лишних по жизни, и все. Ты ни ему не поможешь, и себе только навредишь. Зачем это? Не надо. Мы это легко, знаешь, так принимаем. Я помолюсь за тебя. Мне вот люди пишут, допустим, помолитесь там. Я тебя знать не знаю, как я за тебя молиться-то буду. Кто ты такой вообще? Ты, может, вчера человека убил, а я за тебя молиться буду. Ну как? Я молюсь только за тех людей, которых очень хорошо знаю. И за христиан, которые в Бога верят. Думаю, что... А я думаю, а вдруг он впервые в Царство Небесное попадет? Он же всю жизнь в этой психбольнице лежит, редко выходит. Кто Господа не знает, кто с Господом не познакомился лично, тот не попадет в Царствие Небесное.
Надо иметь личные отношения со Христом, чтобы туда попасть. Понимаешь? А так никто туда не попадет. А я же не знаю его внутренний мир. Может быть, он просто не рассказывает, а может быть, он с Богом. От избытка сердца говорят уста. Когда кого-то любишь, у тебя не удержится. То есть, знаешь, как люди иногда говорят, да я верю, но по-своему. У меня вера в душе, говорят. То есть внутри. А это значит, это нет никакой веры. Когда у человека вера, у него огонь горит. Он не может замолчать. У него одни разговоры только о возлюбленном объекте. Ну, сама знаешь, вот когда была влюбленность, допустим, мужчина любишь, тебе хочется о нем говорить постоянно, правильно? Вот. У тебя так с языка и слетает. Так же и со Христом. Когда любишь его, у тебя имя не удерживается. То есть ты говоришь постоянно целыми днями и со всеми об объекте своей любви. Вот это первый критерий того, знает человек Господа или нет. А то, что вот это вот сейчас православие принято говорить, то, что он там болеет, так сильно страдает через это же не спасение. Это совсем не критерий того, что человек спасается. Как так полюбить Бога, так как вы его любите? Мне кажется, я недостаточно его люблю, потому что, опять же, иногда и согрешаю. Вот. Кто любит Господа, тот не грешит. Вот. Поэтому первая заповедь, как говорит? Люби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Это значит, о чем это жить полностью, чтобы не грешить. А если мы грешим еще, то Господь сам сказал, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Понимаешь? А если мы не соблюдаем где-то какую-то заповедь, значит, мы не любим его. Да, точно. Все. Поэтому я и прошу, Господи, я недостаточно тебя люблю, Господи, дай мне большую любовь к тебе. Вот. А через что, Господи, я не могу справиться вот с этим грехом. Помоги мне, вмешайся в мою жизнь. Потому что без тебя ничего не могу делать. Вот. И Господь помогает. Ну, у меня есть такие тоже грехи, вот опять же, и вот это вот. У меня единственное, с гневом не могу побороться. Ну, гневливое такое состояние попадаешь от боли иногда. Кто-то, допустим, что-то не так тебе сделал, знаешь, начинаешь рычать. Ну, как, ну, агрессивно встречаешь. И вот ну, вроде, знаешь, не хочу, не могу я с этим побороться. Я говорю, Господи, ну знаешь, что ж ты, почему ты не можешь мне помочь? Почему каждый раз я вот в это попадаю? Понимаешь, душа рвется на разрыв. И я говорю, ну я не могу, ну приди, ну помоги мне. А он как будто хочет, чтобы я сам с этим, знаешь, справился. А как не гневаться, когда такие боли? Ну вот, ну, каждому свое, видишь, значит. Значит, он видит, что я могу это, ну, достичь этого состояния. Ну, понимаешь, в общем. Еще у меня вопросик такой. Я, может быть, знаю на него ответ, но просто хочу еще ваше мнение услышать. Ипотека. Ее ведь сейчас не надо брать. Конечно, ты сама же знаешь. Просто некоторые батюшки благословляют. Они сами берут, поэтому и благословляют. Да, бери, говорит, конечно. Все ростовщичество – это от сатаны. Вот. Деньги в рост – это грех большой. То есть грех тому, кто дает деньги в рост. Еще больше грех – это тому, кто берет эти деньги. А почему больше? Потому что он дает повод этому человеку давать. А Христос сказал, горе тому, от кого соблазн приходит. То есть, понимаешь, ты вот этим подаешь соблазн этим людям давать деньги. Вот в мусульманских странах вообще напрочь запрещено. У них тоже закон есть, брос денег не давать. А мы погрязли вот в этом. Посмотри, Америка вся утонула вот в этом грехе. К тому же люди живут, как будто это
а настолько повреждены и умами, и вот этими судьбами. Судьбы людей настолько летят, ломаются, а все вот из-за этих денег. Они же понимают сами прекрасно, идут, берут. Ну, у меня так-то вроде бы все вопросы. Но мне не хочется с вами расставаться. Давай поговорим о чем. А ты на что ипотеку, на что ты хотела взять? Ну, сейчас я в городе снимаю квартиру, потому что у меня сын тут учится в городе. Ну вот, он говорит, столько лет в городе живем, уже могла бы там расплатиться. И мама там тоже, они мне неверующие все. Вот, а я все сопротивляюсь. Не хочу. Не, не надо вообще не лезть. Она же, видишь, не зря кабалой называется. Это себе капкан на шею. Понимаешь, человек, который берет вот эти займы большие, он начинает жить, он Бога в сторону отставляет. Ты будешь засыпать с этими мыслями, где тебе денег достать, и просыпаться, что тебе сегодня идти надо, и где-то искать эти деньги. Понимаешь, они не всегда. Бывают месяцы удачные какие-то, найдешь, да, заработаешь денег. А будут месяцы такие, когда не найдешь ты этих денег. Заболела, там слегла, мало ли что случилось с человеком. И все, кого не надо, это шизофрению как минимум себе заработаешь. Я знаю просто таких людей, которые, они уже, понимаешь, ломается человек изнутри. Ему ничего не надо, вот, кроме вот этого займа. Он тогда еще больше совершает. Он идет еще, допустим, берет раннюю ипотеку, чтобы погасить позднюю ипотеку. Вот так до нескольких раз. А потом начинают скрываться от этих риэлторов, которые их преследуют. Слышу за жизнь. И ничего не надо. Господь все подаст, если с ним имеешь отношения близкие, такие родственные отношения, как с отцом, по-настоящему, не просто пустословие, а вот с отцом, отче, отец, вот такие условия. А то, что семейные, там, домашние ставят, если самой нет желания такого, то никто тебя не заставит это сделать. Сын 17 лет, взрослый человек уже, пусть идет, зарабатывает деньги. Поэтому все. Тут наоборот, знаешь, времена последние уже, мы все прекрасно об этом знаем. Но не факт, что они на нашем веку свершится вот это все, о чем написано в Откровении. Но, тем не менее, это может произойти в любое время. Ну, ты понимаешь, кем мы предстанем, какими мы предстанем перед Господом. Если мы его с багажом, там, этим, ипотек всяких, там, квартир, машин, у нас привязанность к этому, ко всему, то, конечно, нам тяжело будет. Надо... Я вот с женщиной с одной тоже сейчас общаюсь. Она из Белоруссии, Наталья. И у нее вот сына посадили. Причем несправедливо посадили. Вот, на 7 лет, по-моему, дали ему. Вот. А он сидит, и она вот как раз в этот момент, она с Господом такие вот отношения у нее установились. Знаешь, и она говорит, я и не представляю, если бы я сейчас Бога бы не знала, что бы со мной происходило. Ну, представь, сын единственный, да, она не замужем там, и все, вот, с ним вдвоем жила, и тут его раз и посадили. А она говорит, я настолько спокойно, я Господу его посвятил, и все. Я говорю, она говорит, Господи, позаботься о нем, и я принимаю от тебя все, что как есть. Все, любые условия, любые обстоятельства. Зачем нам что надо? Наше Отечество там, на небе. Что-то здесь еще городить какие-то там квартиры, ипотеки, все это. Все настолько все. А душу испортишь себе. Так легко. Сатана, как написано, как рыкающий лев ходит и ищет, кого бы ему сожрать бы. И посмотри, людей-то сколько пожирает. Сотнями, тысячами, миллионами. Люди какие озлобленные все. Так что не надо ничего у нас. У нас одна только надежда на спасение. Мы спасены в надежде. А надежда, как написано, не постыжает. То есть мы надеемся и живем одной надеждой.
Все, и не дай Бог только ее потерять. А потерять-то легко через вот эти вот земные блага. Они же, видишь, заманивают. Хочется, как у других, хочется, чтобы все было, да, чтобы кому-то машину, кому-то квартиру, кому-то мебель, кому-то что. А все это настолько временное. Проходит вот там 10, 15, 20 лет. Потом думаешь, зачем оно мне надо было? Все же оно от приобретения, знаешь, оно только кажется, я вот сейчас куплю, да, и все, и я буду счастлив. А все, оно проходит там месяц, два, три, ну полгода, и все, эта вещь, она у тебя приедается уже, она, ты совершенно никакой радости от нее не получаешь. От той же квартиры. И она квартиру, допустим, приобрела, так в нее надо и ремонт, и мебель, ты представь, сколько туда всего надо, и ты будешь потом на голову сквозь, да пусть она проклята, эта квартира, зачем она мне нужна? Еще деньги за нее надо отдавать, да и в квартиру надо. Вот. Ну, я говорю, почему? Я знаю просто таких людей, которые отдают всю жизнь. Да. А вот еще сейчас в соцсетях вот эти вот псевдоправославные всякие группы, они пишут, что типа не ходить на выборы. А я думаю, раз они пишут не ходить, значит надо идти. Надо или не надо идти туда. Я просто переживаю, чтобы Собчак не выиграл, чтобы там всякие, ну как бы. Оксана, да все предрешено уже. Ну что, Путин победит, конечно. А вдруг нет? Да ну ты что? Ну его авторитет, я не знаю, там больше 70% за него россиян. Ой, ну а вдруг меньше 70, я вдруг вот не пойду? Ну иди, и тебе, если спокойнее будет, иди проголосуй, конечно. А это не грешно? Нет. Нет? Ну а что грешно? Да. Отдавайте, как написано, отдавайте кесарю кесареву, да? Раз от тебя ждет государство вот этого шага твоего, ну и пойди сделай этот шаг, а что тут? Он правда от Бога? Путин? Ну, я думаю, да. Если, ну, просто, знаешь, это же все на наших глазах свершится, люди просто увидят это. Если не раньше, конечно, если его не свергнут раньше. Все видим, как страна-то поднялась на зависть всем вообще. Где такое было, чтобы какая-то страна вот из пепла, да, вырастала? Возьми историю, посмотри, татаро-монгольская ига, там то же самое происходило. Россию вообще растоптали, в пыль превратили. И поднялась Россия. И сегодня то же самое произошло. Враги в шоке вообще. Они, видишь, они хотят внутренне. Внешне тяжело, конечно, завоевать Россию. Они хотят изнутри вот этими подобными революциями. Вот, а... Главное-то им сейчас Путина убрать, потому что Путин, он, знаешь, как, ну, такое, как знамя такое перед людьми. Люди хоть не верующие, но все равно патриотизм во многих вот такой есть. И они как бы на Путина глядя, вот, все равно дух вот этот живет. А сейчас, если забрать, то это, конечно, разброд такой пойдет, кто куда. И вот поэтому за него надо молиться. Да, надо молиться. Обязательно. Написано, молитесь за властей и начальствующих. За власть и начальство, за президента обязательно. Он, как это называется, президент, а по сути он царь наш. А то, что вот у нас такое образование, такое здравоохранение, это же не только его вина, это же и мы в этом виноваты. Ну а кто? Он вышел от нас. Ну, представь, откуда... Откуда будет лучший президент, если мы все такие? У нас веру убили, и, конечно, он от русских людей такой, из коммунистических времен вышел вот такой президент. Какой он будет? Конечно, он такой и будет. И то, что сейчас происходит вокруг вот в этих структурах во всех, ну, он-то все не захватит, не управит. Люди же такие, врачи безответственные, вот эти депутаты тоже такие. Крохоборы, да, и от него как это может зависеть. Если бы он был действительно царем, знаешь, царь, он как, вот возьмем там Николай II, он себя подписывал, знаешь, как глава
земли русской. Не то, что главнокомандующий, а он главный над всей Россией был. Вот если бы у Путина были такие полномочия, конечно, он бы что-то мог изменить. А он что, он главный над главными, а главное творят, что хотят. Дело в том, что, видишь, через него сейчас хотят, ну не то, что через него, может быть, у него у самого есть такие задумки. Отменить, в общем, наличные деньги, ввести золотой стандарт, вот, и карты вот эти ввести. Он же тоже об этом не раз говорил, о тоталитарном контроле и об этом. Ну, чтобы пресечь вот эту коррупцию. Ну, вот, да, мне это смущает, то, что он за это хочет ввести, то, что вот эти чипы. Но без этого никак не... Мы же все ратуем, да, чтобы в стране коррупция и преступность сократилась, да, чтобы медицина честная стала, там, депутаты честные. А это можно только проследить вот именно через вот такую прозрачную систему. А эту прозрачную систему добивается только через контроль денег. Понимаешь, как мы-то сами ратуем за это. Но это же уже конец будет, когда наличные. Понятное дело, конечно. А тут просто уперлось в то, что народ вот через... Не то, что народ, а вот само как бы развитие, мировое развитие, вот это оно подошло к тому, что уже никуда не деться. Технологии уже подросли настолько, что пришел такой этап. Он должен исполниться обязательно. Этап вот этого тотального контроля. Оно, видишь, оно как бы шаг за шагом, и неминуемо придет вот это чипирование. И как дальше? Оно, по сути, оно, видишь, оно неплохо, по сути. Оно хорошо, но через него придет антихрист и им воспользуется. Допустим, при Путине все будет это работать как надо. Понимаешь, но следующий, кто придет за Путиным, он использует это в своем направлении. То есть, чтобы поглотить людей. А если к вам придут чипировать, вы согласитесь? Да что мне чипировать? Я никуда не хожу. Чем мне он чип? Зачем он мне чип? Я не хожу ни по банкоматам, никуда не хожу. Я лежу себе на койке. Зачем мне чип? Ну, маму прочипируют. Ну, то, что маму будут чипировать, это да. Я об этом уже 13 лет говорю, что не принимать никаких. Сейчас вот карты эти начнут давать. Я против карт даже. Против того, чтобы люди принимали их. Потому что за картами будет чип. А через этот чип как раз люди все и погибнут. Но опять же, это говорится о людях неверующих. А христианам это не поставят. Господь своих убережет. Я только на это надеюсь. Насильно это никому ставить не будут. Человек только под собственным... Какой смысл насильного этого начертания? Должно быть обязательно отречение перед Богом. А чип? Чип насильно будет? Добровольно принужденный? Да ну кто тебе будет добровольно его принужденно ставить? Принужденно. Это только добровольное будет. Понимаешь, мы живем, только гадать можем. Их несколько, может быть, этапов вот этого начертания. Вот. Это все относительно событий. Ну, допустим, вот как я смотрю, и 13 лет назад я прочитал статью такую о том, как будет происходить весь процесс, ну, вот то, что мы сейчас переживаем. Должны случиться в стране вот как раз сейчас в связи с вот этими выборами. Это, ну, может разыграться такой вот сценарий, что начнется внутренние конфликты какие-то, внутри страны, локальные такие. Вот, и для того, чтобы отделить людей от террористов, их как раз вот и вот этот идентификатор поставят. И значит, ты не сможешь отказаться от чипа? Ну вот видишь, цель-то какая. Цель вроде благая, да? Чтобы отследить террористов, надо будет поставить всем мирным чипы. Но это опять же, мы гадаем только. Одно из
развитие и сценариев событий, да, все, что хочешь, может быть. Да. А зачем об этом гадать? Я же говорю, с Господом поближе надо быть, и Господь все разрешит. Господь тебе покажет, допустим, если человек Божий, он ему заранее покажет место, которое нужно будет выйти или куда-то выехать, чтобы избежать вот этих... Это же будет происходить в городах просто, в таких мегаполисах. Вот, а где-то в таких мало населенных пунктах, конечно, этого не будет, и принуждений к этому не будет. А вы сейчас в Воронеже живете или в деревню переехали? Воронеж. Мы через месяц собираемся выезжать. Ну, как Бог даст. Не совсем? Ну, кто, не знаю. Может, и насовсем, а может быть, и вернемся. Тут оно же, видишь, сценарий вроде этот разыгрывается как по нотам, а все... Все под Богом. Господь не даст вот свершиться вот этой революции, и все дальше, так же дальше пойдет. Оно вот этот вот накал уже идет с 2000 года, даже с 95 года. Вот христиане, вот это, ну, которые знают, уже живут в ожидании вот этого конца света. Таким старым христианам уже настолько это все надоело, знаешь, вот об этом говорить, слушать вот это все, они уже за голову хватаются, вот, вот эти, когда темы вот эти поднимаются. Таким людям, которые по 20, по 30 лет веруют, они даже на эти темы и не разговаривают. Потому что представь, столько вот этих событий уже предсказывалось, и каждый, ты вот сама посмотри, последние 5 лет, да, каждый год объявляют мировую войну, каждый год абсолютно. В 13-м будет война, в 12-м будет война, в 14-м, 15-м, 16-м. И каждый год, понимаешь, объявляют войну, и каждый год забывают. И одни и те же люди говорят, вот на следующий год будет война. Одни и те же, понимаешь, тут же забывают, но о новых событиях начинают говорить. Об этом, ну, зачем нам вообще думать? Не надо ничего думать. Господь все сделает, все управит. Но будет так, как мы... Не предугадаем ни за что. Да. То, что сейчас говорят вот в этих роликах, вот там все не так будет совсем. Потому что сатана, он не такой дурак, чтобы вот эти все свои планы выложить сегодня на этот самый, на YouTube. Все будет очень коварно. Да. Но Господь своих убережет. А свои — это только те, кто родился свыше? По критериям, опять же, не рождение свыше, а бери любовь к Богу, насколько ты любишь Господа. Вот духовно представляешь себе, вот все упало, заново его схватил, говорит, Господи, я твой еще, все, я только за тобой. Понимаешь, как будто запало за его схватилось, за его ризу. Господи, спаси, без тебя я ничего. Ну что ж, тебе Господь бросит, что ли? Конечно, нет. Он тебя на ручки возьмет и понесет. Спасибо вам большое, что согласились побеседовать. Я прям рада, не знаю как, живого Сергея Козлова увидела. Да это все не нужно. Я сегодня спать, наверное, не буду, буду думать. Надо о Господе, о спасении побольше. Вот это все мирское от себя отгребай, все отбрасывай. Все, все не нужно. Все, ничего не нужно. Мне бы веры побольше, чтобы еще не жалеть об этом мирском. Веру Господь подаст, молиться и все. И вот по об этих начертаниях поменьше думать, потому что через это сатана подступает и в отчаянии выгоняет. Я уж про это не сейчас и не помню. Я в том году за это сильно переживала, когда этого отрока Вячеслава начиталась, насмотрелась. А сейчас же его церковь признала, что он не святой, что это все не...
Но это тоже, знаешь, как о нем мы не можем судить, какой он. Тут сама она, мать его, понимаешь, раздула вот эту вот всю историю. Тут же, видишь, она понакрутила, целое учение создала. А кто знает, что он, может, действительно был человек-то святой, потому что есть такие вот откровения о нем, что он и исцелял людей, помогал многим. Но люди-то обманывать не будут, это люди, причем сами говорят. Поэтому суд какой-то о нем выносить не надо, о нем ничего не надо говорить. А вот о том, что говорит мать, тут надо подумать, потому что это не факт, то, что она говорит, говорил ли он вообще это. Поэтому, ну, мать, женщина, чего она, может быть, и от себя что-нибудь там придумала. Вон она как же. Личные должны быть с Господом отношения, а то, что вот эта вот информация в интернете, всему верить тоже нельзя. А там послушаешь, знаешь, не знаешь даже, чему верить, за что хвататься. Вот, а это все надо отбросить. Ну, можно посмотреть что-то там выборочно, знаешь, как. Вот, опять же, с Господом это согласовывать. Перед тем, как смотреть, помолилась раз, Господи, будет ли мне полезно, допустим, душе моей, да, вот, вот эта информация. И Господь всегда ответит. Вот, Господь отвечает, Он чисто отвечает, говорит. Вот, а если будет сомнение, это значит, лукавый тебе говорит. Некоторые видео просто не хочется смотреть, на первых секундах уже ясно. Вот и сразу вырубай, да, сразу, конечно. Я смотрю сейчас вас, мне вас нравится смотреть, Игнатия Лапкина, Геннадий Фаста, Протерия. Ну вот, я сейчас вот, вот это все основное. Протерия, Демид. Потому что чисто все, сомнений нет, все по Евангелию. Спасибо вам большое, Сергей. Спасибо вам большое. Дай Бог вам долгих лет жизни, крепкого здоровья. Я не знаю, всего, чего сами себе пожелаете. Мы вас любим.